Как воплотить в жизнь национальные проекты, которые курирует сам президент Российской Федерации? 3 декабря в правительстве обсудили цели и средства выполнения задач государственного масштаба. Для этого был собран президиум Совета по реформам. Проекты имеют статус национальных, так как затрагивают все сферы нашей жизни, от здравоохранения до агропромышленности. Губернатор Сергей Морозов напомнил о майском указе президента. Президент еще раз обозначил для всех нас принцип формирования и реализации проектов в рамках указа. Дело не в указе, сказал он, и даже не в национальных проектах, в которые упакована наша совместная работа. Дело в результатах этой работы в будущем. В этот раз внимание акцентировали на одном из приоритетных проектов – безопасные и качественные автомобильные дороги. За два последних года программа успешно реализуется на территории региона. Сухие цифры тому подтверждение – 220 километров дорог приведены в порядок. В 2018 году задачи выполнены на 100%. На первом этапе реализации 724 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета и 727 из консолидированного бюджета области. Несмотря на успехи в проведении программы, работы осталось предостаточно. Для дальнейшего развития дорожной отрасли уже разработаны новые проекты. На сегодняшний день уже Ульяновская область прошла предварительную защиту двух проектов. Это связанных с реализацией дорожной сети. 30 ноября наши сотрудники отработали в Росавтодоре. В целом проект предварительно прошел согласование. Сейчас необходимо внести небольшие дополнительные уточнения. Второй виток реализации безопасных и качественных дорог стартует в 2019 году. Как и прежде, за качеством дорожного преображения будут следить активисты общественной палаты. Николай Власов, председатель городской палаты справедливости, настроен серьезно. Он утверждает, что его однополчане будут посещать занятия по специфике дорожных работ. Ведь обладая профильными знаниями, проверить наличие дефектов будет намного проще. Чтобы какое-то понятие было хотя бы рядовое, чтобы не просто пришел, посмотрел дорогу, в каком состоянии, а как кладется время, температура, толщина, вот, какая техника используется, как обеспечится безопасность, потому что мы же дороги не перекрываем. Вот. Пройдя такое обучение, был составлен приказ, вот, мы это все передали главе города, в департамент автомобильных дорог, эти люди районно закрепились. Вторая часть дорожной эпопеи включает в себя те же принципы, что и первое – улучшение качества и комфорта на всех путях сообщения. Только условия финансирования на этот раз изменятся в положительную сторону для нашего региона. Большая часть расходов будет покрыта из средств федерального бюджета. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.